Девочки, поздравляю вас с открытием проекта! Только что закончили замеры, вот мы уже сделали разминочную часть, и сейчас будут упражнения на коврик. Вообще, конечно, очень тяжело. Я пришла на этот проект, чтобы похудеть. У меня стоит цель за проект скинуть 20 килограмм. Цель поставлена, и она будет к концу проекта достигнута. Вы в этом убедитесь. Слушай, а может не надо 20? Надо. Всем привет. Было очень весело, трудно. Для меня очень трудно. Но на руки мне было полегче, потому что я с ребенком все время вот это вот делаю. Поднимаю его. А так, для чего я пришла? Ну, во-первых, сладким женщинам привет. Вы следующее. Мой муж, это ради него вообще все. Чтобы он тоже пошел, он тоже хочет идти, но так как тут женская группа в этот раз, скоро будет мужская, правда? Значит, он все равно хочет после меня этим тоже заняться. Так что я его жду, я ради него это все делаю. Всем привет! Здравствуйте, меня зовут Линда. Я в проекте для того, чтобы, ну, поправить немножко свое самочувствие, потому что, ну, гиподинамия существует, она присуща, вот, ну, а так у нас здесь очень положительные эмоции, мы от всех друг от друга заряжаемся положительным, мы друг другу поддерживаем, я думаю, что у нас будет все у всех хорошо, результаты увидите. Сегодня прошел первый день проекта «Wellness-прокачка». Девчонки все молодцы. Почувствовался то, что они настроены на работу в дальнейшем. Всем им хочется пожелать не пропускать домашние тренировки, обязательно их выполнять. И через 2 недели, даже через 3, то, что мы делали сегодня, будет им казаться самым легким, обыденным. И они будут с легкостью выполнять все упражнения, которые мы сегодня делали.